И сейчас мы в секторе, где растут анемоны, лимоны, не знаю, как правильно. Но вот так вот, чтобы было понятно, вот так это все выглядит. Повторюсь, это всего лишь один из блоков, где Куалиса растит этот цветок. Мы посмотрим все. Почему? Потому что нашим заказчикам, соответственно, и нам очень нравится этот цветок именно от Куалиса. В том плане, что при одинаковой цене с этим цветком от других плантаций, именно цветок от Куалиса доезжает к заказчикам так, как надо, практически без брака.